Уссурийские пограничники отметили столетний юбилей. Торжественное мероприятие в гарнизонном доме офицеров посетил губернатор Приморья Олег Жемяка. Выступая перед пограничниками и ветеранами службы, губернатор отметил, что в рядах отряда, долгое время носившего имя Градековский, служили Марк Решетников, Никита Карацупа, Иван Казак и другие легендарные пограничники, известные всей стране и вдохновлявшие своих товарищей на защиту рубежей Родины, как это было на острове Даманском. Сегодня преемники легендарных пограничников продолжают многолетние традиции и успешно обеспечивают неприкосновенность государственных границ. Сегодня пограничная служба ведется уже в новых современных условиях, применяются современные методы охраны границы. И, конечно, мы вот в честь этого праздника пограничной службе в Уссурийске передаем такие квадрокоптеры с тепловизорами, передаем также, кроме этого, тепловизионные оптические приборы. Сегодня службу несут уже контрактники. Вот, но слава и легенда тех, кто прошел в пограничных войсках свою срочную службу, это основной костяк и, наверное, фундамент людей государевых, которые честно и преданно служат на различных постах и работают в различных должностях в нашем народном хозяйстве, кто занимается большой ветеранской работой, патриотическим воспитанием молодежи. Поэтому, приходя сюда на службу в погранвойска Приморского края, конечно, нужно помнить эту богатейшую историю, гордиться этим и высоко нести это звание. Глава региона поздравил всех, кто связал свою судьбу с охраной государственной границы, а также вручил благодарности и благодарственные письма за хорошую работу сотрудникам службы пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Уссурийске.